Доброе утро, как всегда, прекрасная погода. Сегодня 35, и с каждым днем все жарче и жарче. Пока мы будем в отпуске, я смотрела, будет до 40 градусов. Это, конечно, жесть. Мы сейчас идем завтракать, ну а потом к морю и поваляемся в бассейнах. Все как обычно, полный релакс. Мы пришли на завтрак. Интересно, что за дерево в шипах? Больное или такое есть? Какие-то фруктики на них или ягодки. Мы сегодня на ужин пришли немножечко поздновато. Столовка пустая. И взяли себе покушать. А мы вечером пришли на пляж. А тут дискотека. Ночью гуляем по лавочкам. Смотрим травы, приправы, дегустируем шоколад ночью-то. И так выглядят местные магазинчики. Местные иорданские кошаки позируют. Еще один валяется. Этот черный пытался нам вчера перебежать дорогу, мы его обогнали. И он не смог перебежать нам дорогу, но он взял, обогнал нас и все равно перебежал дорогу. Хитрец. Лежим, отдыхаем. Кстати, на пляже очень хорошо ловит Wi-Fi. Тенечек просто идеально. Мы пришли на обед. Сейчас будем кушать. Приятного всем аппетита. После вкусного обеда пришли к бассейну. Точнее, к одному из бассейнов. Сейчас начинается акваэробика. Уже записываются. Потом будет йога. Мы все еще у бассейна. Нам принесли вот такую брошюрку. Здесь цены на массажи. Ну, в принципе, не дешево. Соляное обертывание 3000. Это вот самая дешевая услуга получается. Массажи по 7000. 7000 20 минут. Короче, вообще жесть. Мы решили не делать массаж. Мы решили просто потюлениться у бассейна. А мы перед ужином снова зашли выпить виски с соком. Мы пришли кушать на веранду. Сегодня даже сока нету, только одна вода, потому что заехали американские пенсионеры, даже кот в шоке. Короче, там очень страшно и пахнет старостью. Мы валяемся все еще у бассейна. Так комфортно, спокойно, народу мало. И наконец-то уже прохладно. А у нас с 5 утра под окнами щебечут престарелые американцы. Фиг не спишься. Нам готовят уже вкусняшки. Начинку можно выбрать. Мы уже пришли на завтрак. На набережной красотища. Пришли на обед. После обеда пришли к бассейну. Вот видит Бог не хотела пить, видит Бог не хотела. Но бар прям за этим кустом. Так что придется. Мы пришли на набережную. Будем пить холодный кофе. У меня капучино. У Лены ванильный. И любоваться видами. А мы уже на ужин пришли. 9 час вечера, мы на автобусе помчали прогуляться до города. Мы гуляем по городу Акаба. Времени почти 10, 32 градуса показывает градусник. Мы снова зашли в кафешку, где готовят вкуснейшие смузи. Ждем. Вот такие красивые смузи нам сделали. Их можно и кушать, и пить. Обалденнейший вкус и всего 200 рублей. Ну все,
автобус нас забрал, помчали домой. Решили, что больше в город не поедем, слишком жарко. В принципе, да и делать нечего. Чем? Вчера снова ездили в Акабу и кое-что купили. Давайте покажу вам. Ну, во-первых, когда заходишь в лавочку, тебя поят вкуснейшим чаем. Мы первый раз его хотели купить, но второй раз просто не удержались. Конечно же, купили. 2 динара стоит такой пакет, то есть около 200 рублей. И здесь различные травушки, муравушки, не запомнила какие. Вторым слоем идет шалфей молотый. Очень вкусный чай, такой сладенький. Надеюсь, он будет именно такой, каким нас поили в магазинчике. Максу в прошлый раз брала камушки, сейчас еще взяла семечки. Взяла кофе молотый, уже немножечко другой. Тоже в прошлый раз брала. Маски тоже уже взяла другие виды. Масочки повезу девчонкам, попросили купить, поэтому так много взяла. У меня их уже очень много, больше 20, так точно. Владюхе взяла иорданский киндер. Ну и купила себе, конечно же, шампунь Ватика. Тут шампунь и бальзам. Стоят 275 рублей ориентировочно, прям две бутылки. Это очень дешево, прямо очень. Я в Дубае одну бутылку покупала рублей, ну, 350, может, в Бахрейне тоже 300. В Вологде у нас стоит одна бутылочка 600-700 рублей. А тут получается, даже курс немножечко, я вам не так говорю, на самом деле не 275 рублей, один динар, это где-то 90 рублей мы посчитали, то есть 250 рублей две бутылки. 125 рублей шампунь, очень дешево, но он суперский. Если будете в Бахрейне, в Дубае или в Иордании, обязательно купите на пробу. Я прям очень-очень довольна, разные виды взяла. Хотела, конечно, подарки, но сейчас думаю, наверное, себе оставлю. Фиг знает, когда я снова поеду и смогу купить такие классные штучки. Так что, такие покупочки у меня были. Доброе утро, мы уже пришли на завтрак. Десертик и бодрящий успокаивающий кофе с мятой лаймом. Смотрите, море, а за ним горы. Тут не очень видно. Тут более четко. Не знаю, камера, конечно, как передает. Но глазами, смотрите, это так красиво. Так, пристану чуть-чуть, смотрите. Конечно, ветер сильный сегодня. Вот такая тут красота. А еще вот такая у нас красота. Сегодня опять много народу. И, честно говоря, даже кушать не хочется. Взяла только салатик и малюсенький кусочек курочки. Вечером после ужина решили покурить кальянчик. Анимацию на пляже. Мы опять пришли на завтрак. После ужина нам снова делают кальянчик и пришли смотреть анимацию. Мы снова ходили в магазинчик с сувенирами. Ром Максу купила, виски. У Лены тоже белый ром. На завтра хотела идти в своих красивых туфельках. Помните, я там покупала? Так вот, одна туфля уже порвалась, так что ставлю их здесь. Давненько не показывала свои обеды. Сегодня уже уезжаем ночью. Поэтому пошли, потратили последние денежки. Мороженку будем кушать. Кофе пить холодный. Ну и как обычно, сувенирчики, джин, золотой ром, у Лены сок, кофе.
сегодня ужин выглядит как-то так. Подтягиваю холодный кофеек прямо с балкона. И смотрим шоу. Вечерняя анимация. Все на лежаках валяются, на стульчиках сидят. Какой-то кальян курит. А мы прямо не отходя от кассы на балконе. Будем кушать удон. Наконец-то будем кушать. В самолете нас не кормили. Горячий шоколад у меня. У Лены что-то там ванильное. Зашли выпить кофеечек. 6 часов ожидаем трансфер.